имеется вот такой фильтр и вот такая вот сетка. Но производитель немного изменил размер, и теперь вот эта сетка не встает в этот фильтр. Но умных людей у нас предостаточно, находчивых, и было найдено решение, а передо мной поставлена задача, чтобы эта сетка спокойно вошла в этот фильтр. И смотрите, как я поступал. Для этого я взял старую гильзу, расточил ее по диаметру фильтра. Фильтр, даже не снимая с него полиэтилена, устанавливаю в бывшую гильзу. До упора. А для расточки буду использовать быстрорежущий резец, заточенный вот остро. Он будет использоваться как лабиринтовый. Специальная державка для него есть. Я эту державку использовал при обработке бронзовых колец. На канале есть это видео, я ссылку дам. И все, устанавливаю в рассодержатель. Диаметр отверстия фильтра 42 мм. Диаметр сетки 51 мм. Обороты вращения шпинделя я выбрал 605, не стал больше делать. Подача чисто визуально. Я считаю, задача выполнена. Сетка встала на свое законное место.